Колыма. Сурова, но прекрасна ее природа. В крае вечной мерзлоты, в долине реки Талы, из-под земли бьют целебные горячие ключи. Температура этой минеральной воды превышает 90 градусов. Здесь создан курорт «Горячие ключи». Это едет очередная группа курортников. В санаторий приезжают горняки Магадана, оленеводы Чукотки, жители районов Крайнего Севера. Их ожидают уют, внимательный уход и опытные врачи. На приеме у невропатолога шофер из Магадана Вячеслав Петрович Ковальский. В санатории лечат заболевания нервной системы, суставов. С далекого юга сюда доставляются свежие фрукты. Здесь можно хорошо отдохнуть, развлечься. В каждом, даже самом отдаленном уголке нашей Родины видна забота о здоровье и отдыхе советских людей.